Щавель. Щавель – однолетнее или многолетнее травянистое растение семейства гречишное. Существует множество видов этой овощной культуры. Благодаря своей крайней неприхотливости щавель способен расти практически в любом климате. Его можно встретить в Европе и Азии, Африке и Америке, а у нас он распространен почти повсеместно. У нас растет около 100 видов этого растения, некоторая часть которых – сорные. А вот культурные виды щавеля широко применяют в качестве полезной и питательной овощной культуры, и также в качестве лекарственного растения. Полезные свойства щавеля обусловлены богатым химическим составом наземной части этого растения. В листьях щавеля содержится большое количество витамина С, витамины группы В, каротин, магний, кальций, железо, фосфор, эфирные масла. В листьях и стеблях щавеля содержатся органические кислоты, щавелевая, дубильная, пирогаловая и многие другие, а также клетчатка и пектиновые вещества. Благодаря содержанию витаминов и минералов щавель издавна применяют для лечения и профилактики цинги и авитаминоза. Витамин С является сильнейшим антиоксидантом, поэтому щавель является одним из сильнейших растений, иммуномодуляторов. Регулярное употребление в пищу свежего щавеля предупреждает преждевременное старение, укрепляет иммунитет. Железо в составе щавеля нормализует уровень гемоглобина в крови, а витамин С ускоряет всасываемость железа. Щавель обладает желчегонным эффектом, а также в больших дозах может быть использован в качестве мягкого слабительного средства. А вот в малых дозах он, напротив, обладает закрепляющим эффектом. При гастрите, связанном с пониженной кислотностью щавель стимулирует выделение желудочного сока, улучшает пищеварение. А вот при повышенной кислотности щавель в свежем виде употреблять не стоит, так как он может негативно повлиять на слизистую оболочку. В народной медицине отвары и настои из корней и листьев щавеля применяют как ранозаживляющее, кровоостанавливающее и противовоспалительное лекарство. Листья в свежем виде прикладывают к ранам и нарывам. Щавель улучшает работу желчевыводящих путей и печени, помогает при колитах и энтеритах, а также способен улучшать самочувствие при климаксе. Щавель употребляют в пищу как в сыром виде, так и в приготовленном. Знаменитый старинный русский рецепт – щавелевые щи, которые еще называют зелеными, полезное, сытное и вкусное блюдо. Также свежий щавель добавляют в салаты, овощные закуски, используют при консервировании, а также как начинку для выпечки. Благодаря кислому вкусу щавель отлично сочетается с жирными мясными и рыбными блюдами, хорошо оттеняет вкус баранины и свинины,